Это вот Камагориха, лагерный пруд. Вот смотрите, я насчитал тут 25 уток. Дикие утки рядом. Ну, сейчас начнут их стрелять, кто-то приедет. У нас нету стрельбы. Я пришел тут навоз навозить на наш огородчик. Вот он. Володя, тут морковь растет. Это вот деревья, дальше вот этот оазис, бывший лагерь, ставший музей, комплекс для бедных лагерей. Вот так. Ну, а дальше тут все видно, деревья. Вот, ловят гальянов, или, может, карасики попадаются. Мордушки стоят. Вот они, уточки, красивенькие. С 1 сентября начнут их убивать. За что, неизвестно. Голодные люди. Они питаются сами только на воде. Грачей больше никто не убивает. А вот столько ласточек летают здесь. Вот ребенок вырастает среди такой красивой природы. Здесь крещение идет. Дальше идет дамба. Как подъедали ее бобры, а мы ставили сваи. 440 свай забили. Ну, 440 умножить на 20 ударов примерно. И каждый надо приготовить ее в лесу. Ошкурить, заострить, просмолить, поставить. И все это в радость. Вот эти ветлы, все это насадили. Уже когда приехали сюда, тут как лужа была. Уток видишь сколько? Да, вижу. Ты видел, проехала какая машина? Да. Ты их не знаешь, где эти? Нет. Что-то знакомые такие. На Моринске. Ну, Моринский пруд. Зачем там? Может быть, пастухи знакомые. Около 30 штук. А? Около 30 штук. Да, ну вот около 30 уток. Еще не стреляют, а они к нам идут, знают, что тут не стреляют, рядом ходишь. Дикие утки, повторяю. Дикие. Это раздевалки. Вот такие раздевалки. Ну, с той стороны пошел. Что там делать-то? Открывай, отсюда зайдем. Ну, открыл. Хорошо-то как. Я к усиновым ребятам пришел, мне фундамент под печь делает Никита. Спросил, когда было свободное, чтобы бреднем пройти. Ну, сейчас они заняты, строят дом Никите.